Участницы проекта на протяжении 16 недель расстаются с лишним весом, приобретают желаемую форму, учатся правильно питаться, получают индивидуальные рекомендации специалистов. На протяжении 4 месяцев с ними работают ведущие фитнес-тренеры, диетолог проекта, психолог проекта, визажист, стилист, врачи, узкие специалисты. Как способ выйти из зоны комфорта, участниц ждут масса сюрпризов, экстремальные виды спорта и развлекательные мероприятия, о которых они никогда не слышали. Концепция проекта – учим участниц худеть правильно, аккуратно и без вреда для здоровья. Генеральные партнеры проекта «Стройные и счастливые». Центр профессиональной коррекции фигуры, красоты и здоровья «Slim Club». Фитнес-клуб «Пиджим». Сеть EMS фитнес-студий «FitX Body». Клиника неврологии и нейрореабилитации «Аспект здоровья». Центр китайского массажа «Чаншо». Партнеры проекта. Салон итальянской одежды «Роза Бьянка». Пейнтбольный клуб «Виктори». Визажист и художник проекта Игорь Монич. Психолог проекта Ринат Зинатулин. Диетолог проекта Чибаева Тамара Петровна. Сегодня я хочу вам рассказать об очень важной процедуре в жизни каждой женщины – о пилингах. Очень часто нам задают вопросы, что же это такое, когда их можно делать и вообще для чего они нужны. Развею несколько мифов. Во-первых, пилинги можно делать в любое время года. Но здесь есть особенность. Есть пилинги, которые мы делаем круглый год, и есть пилинги, которые мы можем делать только в период, когда нет активного солнца. И сегодня для нашей героини Елены я буду делать процедуру омолаживающего пилинга от Французской академии научной красоты. Это процедура для искушенных, и наша героиня, которая является участницей нашего замечательного проекта «Стройные и счастливые», достойна самого лучшего. И поэтому именно эту процедуру мы сегодня для нее и приготовили. Что у нас здесь есть? Во-первых, наша героиня приехала с моря, и мы видим на лице следы фотоповреждения. И данный пилинг, как ни странно, он как раз помогает бороться со следами повреждения от солнца, помогает работать со свободными радикалами, а мы знаем, что свободные радикалы – это одна из первопричин старения кожи. И таким образом наша Елена прекрасная станет еще более прекрасная, потому что сегодняшняя процедура с первого раза покажет ей огромную эффективность пилингов. Итак, начнем. Первый этап – это предпил. Мы берем специальную пенку, которая будет уже постепенно подготавливать pH кожи нашей героини к тому, чтобы кожа была готова к воздействию самого пилинга. Мы наносим пенку очень осторожно, мягко. Как ощущение, Лена? Хорошее, спокойное. Может слегка пощипывать, но это только слегка. Пилинги можем делать на самом деле на абсолютно разные части тела. Например, мы можем делать пилинг не как здесь у нашей героини с целью защиты от фотоповреждений, осветления пигментных пятен, омоложения, формирования овала лица и повышения тургора кожи. Потому что Елена у нас на проекте очень хорошо снизила вес, и соответственно мы наблюдаем небольшую тенденцию к тому, что лицо начинает, как обычно говорят, плыть. Вот чтобы лицо не плыло, мы нашей героине сделаем пилинг. Но также очень хорошо пилинги помогают, например, молодым мамам в районе живота убрать послеродовую дряблость. Очень хорошо пилинги помогают дамам в возрасте
подтянуть кожу, например, во внутренней поверхности предплечья. То есть руки, которые очень часто нас беспокоят, и с годами мы отказываем себе в удовольствии носить любимые платья и сарафаны с открытыми руками. На самом деле современная наука нам помогает достичь очень хороших результатов в любом возрасте. Главное – правильно подобрать процедуру. Сейчас мы подсушим лицо. Немножечко подождем, когда лицо высохнет у нашей Елены, и будем делать уже саму процедуру пилинга. Сейчас второй этап нашей процедуры. Мы берем гель-пилинг, омолаживающий, защищающий кожу нашей героини от повреждений солнцем, и будем его наносить очень осторожно. Если будет щипать, моя хорошая, скажите, но могу предупредить заранее. Если мы берем 10-бальную шкалу, то здесь ощущения от пилинга по 10-бальной шкале у нас будут в районе, не скажу скольки, вы мне ответите сами. Хорошо? Хорошо. Вы готовы? Да. Хорошо, начинаем. Как? Спокойно. Спокойно. Потому что пилинг первый раз мы делаем, сильные проценты самого пилинга мы не используем в данный момент. Поэтому данная процедура не просто так называется процедурой для искушенных. Ее же мы можем использовать как процедуру на выход. Наносим шею, голову чуть повыше, пожалуйста, моя хорошая. Вот так, декольте. Помним, да, про Новый год. Угу. Обязательно. Так, замечательно. И вот эти места, которые очень часто, к сожалению, мои хорошие, вы забываете дома мазать своими кремами или сыворотками. Вот эти места опытный косметолог сразу видит и понимает, насколько правильно или нет вы используете домашние уходы. Как ощущения? Вообще спокойно? Спокойно? Да, ну, то прекрасно. Есть, если 10-бальный, может быть, на единичку, и то ну, с натяжкой. 2, 3, там, у кого быть. Какая чувствительность, вот. Да? Следующий этап нашей процедуры, завершающий, это нанесение специальной маски, которая содержит те вещества, которые очень активно будут восстанавливать, увлажнять, питать и омолаживать кожу нашей героини. Но что еще немаловажно, здесь еще есть функция лифтинга. А для тех, кто снижает вес, для тех, кто имеет лишний вес, для тех, у кого кожа по каким-то причинам потеряла былую плотность и эластичность, маски с эффектом лифтинга – очень хорошее подспорье для того, чтобы прекрасно выглядеть. Вот мы наносим маску средним слоем. Она очень активная, поэтому здесь большие слои не рекомендуются. И вот такая маска через 15 минут вернет коже нашей героини прекрасный и ухоженный вид. Мы же говорим в первую очередь о чем? Мы говорим об образе жизни, да? Конечно. То есть, если ты будешь ходить по старой дороге, то ты получишь в итоге то, что ты получал в том пункте, куда ты приходил. Угу. Лишний вес, плохое здоровье, отдышку, высокое давление, боли в ногах, например.
У пилингов есть очень важная особенность. Они настолько активируют обменные процессы в тканях, что чистится клеточная, межклеточная жидкость. Сейчас заключительный этап. Мы уже смыли маску, протонизировали кожу нашей героини. Помним, да? После каждого контакта с водой мы наносим тоник. И сейчас я беру специальный крем, который будет регенерировать кожу, который даст специальное увлажнение и питание для кожи, чтобы она быстрее восстанавливалась именно после пилинга. Вот это тот самый эффект голливудской дорожки, когда наши героини после пилинга отказываются от тоналки, используют только крем и немножко румян. Ну и как всегда, в завершении наших процедур я делаю аюрведический марм-массаж. Это массаж по точкам оздоровления и красоты. Вот мы и закончили. Все, моя хорошая. Благодарю, Тамара Петровна. Незабываемые ощущения. Спасибо. Передаваемые на самом деле. Спасибо, дорогая. Тамара Петровна, а сколько стоят такие процедуры? Лен, процедуры такие стоят по-разному. Пилинги есть и за 1000, и за 3, и за 5000 рублей. Тот пилинг, который я вам делала, он стоит 3500. Ждем каждого из вас. Надеюсь, что вы сделаете выбор в пользу нашего центра и будете довольны результатом. До встречи!